Всем привет! Едем, значит, завтра мы в деревню на несколько дней, ну, не на несколько, на три, если быть точнее. Вот решили взять с собой немножко мяска, пожарить там шашлычок. Это у меня вырезка из шеи свиньи. Сейчас мы его замаринуем. Конечно, рецептов маринада очень много, я покажу свой рецепт. Мясо я режу такими кусочками, примерно как спичечный коробок. Вот такие вот кусочки. Мясо порезали, переходим к луку. Лук я режу полукольцами. Берем две веточки розмарина. Можете брать больше, ну по вкусу, в общем, там смотрите, кому сколько надо. И мелко рубим. После чего берем подходящий для нас пакет, только чтобы он был целый, не дырявый. Отправляем туда наше мясо. Отправляем туда наш лук. Переминаем, чтобы лук дал сок. После чего отправляем туда 1,5 или 2 ложки соли. Кому как на соль больше нравится. 1 чайную ложку черного молотого перца. Ну и наш розмаринчик. И добавляем туда еще горчицы. Примерно 2 столовые ложки. И все это тщательно перемешиваем. Завязали мешок плотно. Проверили, чтобы нигде ничего не подтекало. Можно прям в мешке перемешать в этом все. И убираем в холодильник на ночь. Сегодня мы в деревне находимся. Работаем немножко. Вот решили сегодня пожарить шашлычков. Здесь у меня дрова вот колет. А я буду оборудовать место под шашлыки. Так как у нас здесь мангала нет в деревне, я буду мангал делать импровизированный из вот таких кирпичиков. Все очень просто. Вот так. Вот такой у нас импровизированный мангал получился. Я думаю, он будет у нас служить верой и правдой. Сейчас, да, года 4, как говорит мой тесть. Значит, сейчас мы подготовим дрова, будем распаливать костер и жарить шашлык. К сожалению, пошел дождь. Но я думаю, нам это не помеха, потому что костер уже наш разгорелся. Сейчас кирпичи наши прогреются, угли будут держать жар, и я думаю, что шашлык у нас должен получиться. Так, нанизываем у нас шашлык на шампур. У нас шашлык классический, из свинины, из шеи. Хлебушек сейчас принесем, дочь. Ой, мама.
Вот. А вон там сейчас идет. Открывает? Да нет.